так, так. Вот именно вот это, загребающее движение. Опа, к себе. Первая стадия именно к себе идет. Второй начинает быстрее бить, его еще. Опа. Видите, вот эту перекрышку. Похоже движение. Да. Пошли, чуть быстрее бьет. Опа. Стали. И теперь смотрите, отсюда вы перепрыгиваете. Туда ему вгоняете. Не сильно? Начинаете вгонять сверху. Либо идет этот удар, вы тут снимаете. Делайте первый способ. Раз, посмотрели, где можно заклинить руку, и начинаете применять какую-то акробатику. То есть вот сейчас падение я делал. Знаете, раз, два, оп, бросим. Здесь руку смотришь. Контратака. Бьет боковой, например, какой-то удар. Вы ушли, оп, сняли. Видите? И отсюда ногу выбрасываете. Оп, оп. Провели бросок. Снова идет какое-нибудь движение. Ногой, например. Раз, ушли. И падение на животное, ему в тазобедренный сустав. Прокатывайтесь. То есть поэкспериментируйте с акробатикой. Идет боковой удар рукой. Или ногой. Ну, без разницы, давай. Вот он. Вот ногой сняли. Здесь смотрите, можно падение на грудь, можно выбрасывая, помните, мы обезьяний шаг, только бедра выбрасываем. Ногу вашу. Перебрали, посмотрели к нему приближение. Ушли здесь, вы просто уводите плечо, смотрите, подсадку, и одно плечо может, либо нога просто одна. Есть вариант упреждения просто. Тут же идет затягивание, либо вот в этом же положении можно, в принципе, уйти сюда. Пошли, сняли. Перебор. Тоже смотрим. Это удар любой рукой, любой удар наносит. Ваша задача, одной рукой вы снимаете, ищите, как вы будете его сбивать. И в то же время еще и контроль ищете. Вторую не используете, да? Да, вторая у вас все время. Ранено. Одну руку. Вы пошли, сняли, опа, выбили, ударили. Опять смотрите, отслеживаю, опять как идут зажимы, как идут, не переигрывайте. Отслеживать, как идут зажимы, как идут сбивания, где вы, может быть, вот эта рука хочет вырваться, а вы ее сдержите. Может быть, плечом доработать. Опять же, пошли, сняли, опа, здесь встретили, перебрали. Понятно, да, одной рукой. Ну, может быть, либо это прямой, может быть. Ваша задача, смотрите, вы уходите, и вы показываете всем видом, что вы идете туда. Вот прям акцент на это, что вы туда вкручите. Затем уходите сюда и убираете в другую сторону. Идет боковой, например. Вы снимаете, опять же, пошли туда, в этом варианте. И вдруг разворачиваетесь, идете совершенно в обратную сторону, оставляя на болевом. Пошли, опять же, боковой, например, вы сняли, пошли, опа, туда вкрутили, тут же перешли опять в другую сторону. Еще снимаете, пошли, показали туда, вдруг разворачиваете и обратно идете. Не вперед, а все время меняйте направление. Сняли сюда, пошли, показали в этом варианте, вдруг ее отпускаете в этом положении. И уходите вообще в другое. То есть умение отказаться от одного направления, перейти на другое. Потому что часто, вот даже сейчас в этой работе, было раз, и зашел как-то вот так. И вместо того, чтобы есть нога, опа, крутить. Даже в этом же уже тогда можно было и продолжить. Ну тянут, 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 зажимают. И сразу уже. Вы покажите конкретно, вот вы пошли и туда, а потом вдруг пропадите. А вы начинаете, мало того, что не управляете вот здесь, сразу переходите сюда и уже сбиваете. Зачем тогда по кругу вот это вращение? Вы уже уйдите, вот сняли, допустим, сюда, опа, вошли, вот уже прям туда, опа, провалились. То есть вот это обманный вариант. Либо в этом же положении, когда пошли, крутили, опа, ух ты, извиняюсь.
меняйте направление. Вот то, что с Олегом мы делали, когда стучали. Отсюда снимаете, рука тут же подхватывает снизу. Вы сняли, подхватывает снизу, и вот эта рука перехватывает, остается. Еще раз. Действие простое, вот он, прихват идет. Вы сняли, раз, два, и вот теперь нога идет вот сюда, в одну треть бедра, внутреннюю поверхность. Отсюда сверху начинает, одна треть. Не от колена, а от паховой области. Вы снимаете, тут же повисаете, и идет бросок. Больно. Еще раз смотрите. Сняли, раз, два. Тут же можно перекрыть через грудь болевой, либо отсюда уже перейти на удержание там на болевой тоже, когда вы идете. То есть вы пошли, оп, вот туда направление, и сейчас вы в этом положении, вы выводите туда, встали свободно, оп, поймать легко, без захватов. Оп, Серега, удар, а тут как бадминтон. Вот он, туда. Прихватили, перевели и туда. Перевели, и вот в этом положении опять. Один рычаг, туда. И теперь медленно смотрите еще. Раз, два, три, четыре. Вот. Медленно, медленно, медленно. Видите, раз, и два, три. Добавляйте четыре. Два, смотрите, три, четыре. Опа, туда можно направлять ногой, кувырки, как сбиваешь. Сейчас ногу сейчас накину. Смотрите, раз, два, три. Оп. Туда можно его накрывать ногами. Выбрали, здесь искали. Видите, передергиваем уже, сюда, сюда, оп, туда отдавали, искали. Вот этот пульсация вы сейчас, в принципе, и даете. Оп, оп. Все, вы сделали как раз вот через это упражнение. Теперь смотрите, еще раз, на самом момент. Вы снимаете рука и тут же, видите, одно действие идет. Раз, два, оп. А у вас начинаете. Раз, два, три, четыре. Это еще хорошо, если вперед. Но есть вот такое. Раз, два, рычаг сюда. Потом сюда рычаг. И пошла силовая. Видите, все тело работает. Вместо того, чтобы вы пошли, оп-оп. Все. Как дополнение теперь на вот эту же руку, смотрите, которая снимает. Вы пошли, сняли ее сюда же. Все то же самое. Раз, два, оп, оп. И туда пошли. С этой стороны. По вектору плеча сбивание делать. Увели. Раз, два, оп. Снимайте, раз, два, вот он, видите, натягивайте. Даже если в этом положении идете, оп, оп, вот уже локоть пойдет. Завод, смотрите, какой. Вы стали, оп, оп, оп. Все туда влетает. То самое. Вот здесь опять петля, раз, два, бросайте. Перенаправили, вот она. Также вы можете, оп, оп. Подсечка та же самая, на локти не падает. То есть вы перешли туда, видите, я ему сустав вот туда, раз, а потом с этим же движением сбиваете. Мощное действие идет. Смотрите, стоп. Отсюда, солдатский, вы идете, ушли, раз, два, опа, туда. Вот она идет прям, здесь, внутренняя поверхность бедра. Строевой шаг. Отсюда ушли, раз, два, опа. Вот в этом положении, смотрите, есть. Вот туда я сейчас отпускаю руки, но представляете, опять танцевальный. Мощь идет. Здесь же ушли, раз, два, туда. Все варианты танцевальные. Раз, два, опа. Опять же, и сюда отдаете. Сюда ушли, оп, опа, есть. Видите, направляете прямо в этом же движении. Это сюда, опять нестандартность поведения вашего тела. Раз, два. А отсюда уже раскрывайте.
импровизируйте.